Ой, здравствуйте! Приветствую вас на канале Мой Сад. Мы, конечно, подустали от такой торговли. То была аномальная холодина, теперь жарище. Так, и что? Спасибо мужу. Смотрю, тут пришла в теплицу после рынка. Вот. Натянула сетку на всю большую теплицу. Вот сеточка натянута. Но здесь стало, конечно, попрохладнее. На улице, я уже не знаю, у нас по 30, наверное, сегодня. Даже вот сейчас вечером. Так, как видите, еще рассада есть. Цветочки, лепесточки, горшки убрали. Так, ну и тут у нас еще есть с чем работать. Вот так. Вот огород у нас посажен, грядки надо полоть. Видите, что творится с морковкой? А вот там вот еще цветы. Вот так вынесли. Маленькой теплицы, полки, ну видите, да, пустеет что-то у нас, пустеет. Ну вынесли хризантемы. Но вот так еще тоже растений дофига. Но мы готовимся еще к флоре, поэтому вот это надо фронт работы сделать мне в ближайшие дни. То есть пересадить вот эти мои пеларгонии, больший объем и фуксии. Ну, видите, сейчас буду, схвачу лейку, буду все опять поливать. Вот какая красотка шикарная, радует меня. Бугенвиллия грел мне ни одной, вот она цветет, представляете? Гибискус. Желтый, наверное, завтра раскроет свой цветок. Вот, натянутая она. И у нас идет стройка. То, что после пожара у нас пострадало, сейчас мы перестраиваем. Так что работа кипит. Ну что, некоторые позиции уже сегодня закончились. Сальвия закончилась. Капуста закончилась. Любая капуста. Всякая закончилась. Так, что еще? Что-то еще только всходит. Огурчики. Это у меня ночная красавица. Бархатцы закончились темненькие, остались желтенькие. Вот так в ящичках. Ну, еще есть перцы баклажаны. Сейчас они как раз подойдут, подрастут и тоже пойдут на торговлю. Ну и все, видите, что делает жара с растениями. Все, начинается вторая смена после рынка. Это полив. Петуни еще есть разные. Вегетативные, ампельные, кустовые, из семян всевозможные и в кашпо. Так что работаем, работаем. Наконец зацвели флоксы. На летний, думаю, этого не дождусь. Но это был последний год их выращивания. Немножечко красоты в конце видео вам, немезия. Такая махровая калибрахуа в миксе. Вот такой микс нежный, нежность. Ну, про миксы будет еще отдельное видео. Миксы в этом году у меня бакопы с вербеной, с калиброшкой. Ну все. Всего самого наилучшего. До встречи на канале Мой Сад.